Ну вот, друзья, посмотрите, что я сделал. И далее, вот это у меня сейчас свалили. Вот здесь я буду ее крепить. И дальше вы увидите, я буду вам показывать процесс. Здесь у меня будет висеть или стоять, а может лежать. Но не сидеть, это точно, сижу только я. Будет кое-какой инструмент, чтобы он не лежал вот здесь у меня, как он корчился. Тут у меня вот, смотрите, здесь вот. Вот лежало все вот здесь. Неудобно, нехорошо, сейчас будет здесь стоять. Прикидываете, друзья? Это я вам точилом, которые... Это мне не самому мысль пришла, это мне Валера подсказал, мой друг. Смотрите, а теперь у меня вот здесь будет... Потом увидите, сейчас долго объяснять. И, возможно, непонятно я объясняю. Мне самому мой русский язык не нравится, ну что поделаешь. Лучше увидите. Вот эти два или две ухи я приварил. Ну, в смысле, не я, а сварной, видите. Теперь она будет у меня здесь крепиться. Вот этим вот болтиком. Как мне неудобно. Сейчас я... Ой, друзья, я возьму камеру в левую руку, а этот в правую. И вот так вот вставляю. Смотрите. Бац. Ой, не сюда, а вот сюда. Я запутался. Теперь я беру сюда. Вот видали? И вот так вот она. А что она не хочет? Вот она попала, друзья. Попала и закручивается. Видите? Друзья, это теперь вечно будет стоять. Станок поломается. Я через 37 лет помру. А это будет стоять. Видали? Смотрите, главное, ее не сдвинешь. Видели? Я не двигаю. Стойка-то стоит мертва, и это будет мертво. Теперь ждите, когда я начну примандячивать разные прибабахи. До следующего видео. Вот, друзья, я нарезал стаканчиков. Вот в них будут стоять втулочки все. Вот такие, конусом морзи. И не только, и другие нужные мне в работе точильной инструменты. Итак, стаканчики. Внутренние, они еще не доделаны, здесь конусочек будет вначале, потом я покажу, как я буду делать. Значит, высота 80 мм, диаметр 40, ну чуть-чуть больше. Ну, 40-41 это так себе. Ни туда, ни сюда. Пойдет. Вот. Дальше вы увидите, куда эти стаканчики, когда я их обработаю, куда они будут примандячиваться. Смотрите, ждите и увидите. Нашел, вот я нашел два уголка, на которые будут привариваться вот эти стаканчики. Вот таким образом. Чик, приварится. Потом еще, еще и еще 4. С того края еще 4. Посерединке вот такое место оставим для приварки вон туда. Поняли? Итак, все движется. У меня, как всегда, медленно, но очень уверенно. Скоро вы увидите стенд. Ну и вот, полюбуйтесь вместе со мной. У меня... Моя душа очень радуется, прыгает там внутри, хочет выскочить от радости. Посмотрели, видели как? Как вам, на ваш взгляд, удобно? Мне удобно, я уже попробовал все удобно брать. Друзья, рекомендую, потом еще примандячу, еще один ряд будет еще, пока нечего. А потом, когда появится, я обязательно приварю. Итак, друзья, вот все, что я имею. Конусы морзи, несколько штук, а размеров-то не богато. Представляете? Эх, печально. Ну ладно.